Ансамбль «Славяночка» не случайно носит звание образцового. Такое чистое пение – большая редкость для самодеятельных коллективов. Высокий уровень качества вокального исполнения не раз вызывал сомнения у пристрастного жюри престижных конкурсов, в том числе и заграничных. Однажды в Польше, не поверив в то, что звучит не фонограмма, а живой голос, ансамблю не дали гран-при. В целом, 20-летняя творческая карьера «Славяночки» складывается успешно. Этот ансамбль не раз побеждал на областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах. В детском коллективе все по-настоящему, даже фамилия руководителя ансамбля музыкальная – Скрипко. Наталья Викторовна настраивает своих подопечных как самый драгоценный и эксклюзивный музыкальный инструмент. Ну, конечно, ни одной фальшивой ноты, чтобы не было. И эмоции. Ни одной фальшивой эмоции. Это самое главное. В ансамбле занимается 25 детей разного возраста. Состав маленьких артистов называется «Капельками». Сюда берут с 3-летнего возраста. При таланте и трудолюбии уже в 9 лет можно стать солисткой. Хочу стать певицей, чтобы везде первые места занимала. Второй состав «Славяночки» – это девушки и юноши от 14 лет и старше. Их репертуар разнообразен. Ребята исполняют духовные песни, ретро, современные эстрадные композиции, зарубежные хиты. Выпускники ансамбля связывают свою судьбу с вокалом, понимая, что это очень нелегкий, но желанный путь. Моя дорога сейчас – это музыка, это пение, сцена. Я очень рада, что жизнь меня свела с «Славяночкой», с Натальей Викторовной Скрипко. Ведь она во мне заложила основу вокального исполнения. Дорогами творчества и добра в течение 2 десятилетий идет образцовый ансамбль «Славяночка», зная, что все самое интересное еще впереди. Елена Филина и Владимир Новиков. Новости Подмосковья из Подольска.